навсегда в памяти человеческой 22 июня 1941 года останется не просто роковой датой. Она останется как рубеж. Начало отсчета долгих 1418 дней и ночей самой ожесточенной и самой кровопролитной в истории войны. Для нас это день памяти и скорби. 22 июня. День памяти и скорби. Вот сегодня с утра, когда мы в 4 утра от церкви совершили шествие к этому памятнику, было сказано, что наша память – это молитва. Молитва о тех, кто не пришел с войны. Молитва о тех, кто погиб за стенках фашистских захватчиков. Молитва о тех, кто отдал свою жизнь в тылу. Молитва о тех, кто прожил и пережил эту войну. Поэтому я считаю, что мы с вами не должны потерять эту память, и наша обязанность помнить об этих трагических событиях. Наши отцы, деды, прадеды отстояли свободу и независимость нашей Родины. 4 года страшной войны, очень тяжелая цена победы. 27 миллионов ушедших из жизни, погибших на фронтах, умерших в тылу. Наш долг помнить о том, какой ценой была завоевана свобода и независимость нашей Родины. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость